А во Франции идет другой процесс. Новое правительство, которое Макрон сформировал, оно оказалось гораздо более боевым, более энергичным, более решительно настроенным. И оно, в общем-то, и Макрон первый провозгласил, что нужно для демократии. Вот эту политическую волю, вот это условие мобилизации. Сейчас об этом и сказал Макрон, и действует правительство Франции, да, начало действовать в этом направлении. Об этом сказал кто-то там из должностных высокопоставленных лиц Польши. Они говорят, что без мобилизации демократии, без мобилизации их экономик, пока речь идет об экономиках, о военно-промышленном комплексе. Ну, нельзя дальше жить вот в таком расслабленном состоянии. Это идет от Макрона.